Добрый день, уважаемые зрители. Вот я буду и перемещаться, и с вами общаться. С вашего позволения, направляюсь я сейчас на Рихе, на Песке. Сейчас вот постараюсь поехать по сокращенке. Это я сейчас в Метехи-Субани. Тоже район только для своих. Сокращенной дороги, пока там люди стоят в пробке на Эльбрусской улице. Мы по короткой дороге вот так вот выйдем с вами прекрасно на территорию, вот прилегающую к Сокару. И после этого свернем с вами в тоннель. И выйдем на реки. Я их вижу, будем снимать сегодня небольшой промо-ролик на воздушном шаре. Вот когда мне понадобилась хорошая погода, то в Тбилиси ветер на грани ливня, как в индийских фильмах прямо. И, наверное, этот шар унесет, я буду валяться где-то за Цавкиси или за Шиндиси, я так думаю, не знаю. Это мы снимаем какой-то промо-ролик к юбилею нашего канала. Но вот выходит солнце, так что, может быть, буду валяться не около Цавкиси, а буду валяться за фуникулером просто вот так. Ох, какая пробка в тоннеле, мама родная, как я это ненавижу. Люди добрые, вот эти пробки в тоннеле, это же вообще кошмар. Да внутри дышать-то нечем, это можно сдохнуть, можно удавиться там. Я вообще боюсь безвоздушного пространства, очень. Вот у меня не то, что вот боязнь закрытого пространства, этого у меня нет. У меня вот боязнь вот безвоздушного пространства, потому что закрытое пространство иногда может проветриваться. И боязни высоты у меня тоже нет абсолютно никакой. Я вот самолет абсолютно не воспринимаю. А, нет, 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 здесь у какого-то перца испортилась машина. А этот не соображает, что нужно быстрее проехать. Он набирает смс, этот Казадоев. Видит, что затор, видит, что столько машин. Он абсолютно таким отрешенным видом решил набирать смс. Еще, по-моему, не очень темно, да? Еще вы меня можете воспринимать. Я имею в виду из-за того, что тоннель. Пью на Беглаве нашу минералку. Надеюсь, не сочтете за хамство. Просто сейчас я не буду это переливать в стаканчики, разливать, выливать, проливать. Культура, она-то нужна, но в экстремальных условиях не всегда можно быть культурным. Вообще не пить в кадре, но это, конечно, хорошо. Но люди в кино все, что хочешь, делают, да, абсолютно. И там никто их за это не ругают, там же не сидят просто там друг напротив друга. Но считайте, что это тоже маленький эпизод телесериала общения моего с моими уважаемыми зрителями. Я думаю, тоже неплохо. Облил себя. Значит, цель этого нашей съемки — поздравить с высоты птичьего полета, откуда видны красивые кадры Тбилиси, нашу дорогую телекомпанию. Я не знаю, за сколько я этих подъемов и спусков уложусь. Там много чего нужно записать, но думаю, что получится. Вот, например, когда мы записывали на нашей канатке, которая соединяет парк Рихе с крепостью Нарикала, Рихе и Нарикала, по-русски так это звучит, в русском языке нет буквы «К», то эта канатка поднимается за две минуты, по-моему, или даже за минуту. Там ты ничего не успеваешь, но самое главное — там поместиться в один дубль без всяких этих ошибок. Постараюсь. Ну, там просто какой-то технический такой фокус. Там нужно держать в руках телефон, потому что там как бы эстафета передачи слова от одного мировского представительства другому.
Вот я уже, пожалуй, приехал. Сейчас будем пытаться остановить машину. Ну вот здесь вот стоянка, где относительно свободно. Однако, дорогие друзья, вот здесь забивают вот эти всякие промо-машины, машины, которые продаются вот этими машинами, они все забивают. Которые здесь 24 часа в сутки просто так вот стоят. Так же нельзя. Видите, вот все места. Здесь раньше вообще не было машин. Совершенно спокойно можно было остановиться. А сейчас вот везде понаставили машины, которые никогда отсюда не уезжают. Это или те, которые на продажу, или те, которые вот сдаются. Рентакар, арендуются. И вот они, чтобы далеко там не ходить, берут здесь, останавливают машину. У них бизнес, а на остальных плевать. Вот я сюда приезжаю век раз. Правильно? Чтобы была возможность, какая у меня грязнющая машина после этого вчерашнего грязнющего дождя. Господи, там даже и смысла не имеет самому мыть, нужно срочно отправляться на мойку. Дорогие друзья, я приехал, продолжение следует. Подожду Хвичу и поднимемся мы снимать промо-ролик. До встречи.